Всем добрый день. Видео чисто практическое. Значит, делали мы вот такие кровати, да? И там дальше у нас был такой момент, что я иной раз, да, вот эту вот рейку приклеивал. То есть здесь, например, идет реечки, спинка, да, а там у меня была сплошная филенка. Вот, и я эту рейку центральную просто до самой филенки приклеивал. И значит, смотрите, какой у меня там дальше возникал момент. Значит, вот эта вот деталька, да, вот, она шириной 13 сантиметров, 130 миллиметров, да, и нужно с этой стороны и с этой, да, вот эту вот, например, деталь прижать ее. И вот такая у меня возникла проблема, да, и сейчас покажу, как ее решал. Так, передаем камеру оператору. Значит, показываю, что у меня есть. Рисую. Вот где у меня идет обвязка самой кровати. Дальше у меня идет филенка. И мне нужно сюда вот такую рейку приклеить. Значит, как я уже говорил, 130 миллиметров. Значит, мне нужна струбцина с большими вот такими губками, да, с очень большими губками, чтобы я эту деталь мог прижать. Сами понимаете, да? Потому что если я, например, беру струбцину, вот сейчас я даже под рукой лежит, это я объясняю более популярно. Более популярно, да? Вот, например, скажем, взял, да? Вот. А мне нужно вот здесь зажать. То есть не хватает тела. И это причем струбцины, ну, скажем, большие, на 120, по-моему, да, она? То есть не хватает. Еще раз показываю, что видно, да? То есть на сантиметра 4 мне нужна она, чтобы было больше. Так. Итак, что мы делаем? В прошлых видео, да, я показывал вот такие струбцины, которые я делал, да? Вот, например, там, ну, корпусные. Типа корпусные. И я говорил, что решил ли я проблему вот такими штучками. Ну, конечно же, нет. То есть я это сразу же говорил. Но в данном случае я покажу струбцину, которую я сделал, да. В принципе, поставленную задачу перед собой я решил, и она четко хорошо справилась. Вот. Вот такая струбцина. Что она собой представляет? Я думаю, что видно. Металлический пластина на секционной стяжке. И вот здесь, смотрите, значит, прорезь вот такая идет, видно, да? Вот, например, ну, сейчас я просто покажу. Вот. То есть у меня вот это, она, видите, вот, вот как она ходит. Вправо, влево, вперед-назад. И точно так же здесь. То есть она не зафиксирована четко. И вот губки, видно, вот как ходит, да? И вот, например, если мне нужно, например, вот это вот расстояние, здесь где-то 16-17 сантиметров, и она четко, хорошо держит. Я раздвинул, вот, например, зажал. Все. Хорошо. Четко, хорошо держит. Если нужно мне будет больше еще губка сюда, я еще сделаю такую же. Значит, можно такие струбцины, опять же, повторюсь, можно их купить. Там есть, по-моему, каталог Бесси, все. Но опять же таки, там такая цена, что мне как-то даже рука не поднимается покупать. Тем более, таких струбцин много мне не надо. Она нужна буквально там, бывает там, ну, раз в месяц. Ну, когда, например, такие кровати делаю. Или, например, когда штапик, например, там обкладной нужно приклеить. Такая струбцина не нужна каждый день. Ну, по крайней мере, для меня. Так что я решил, сделал вот такую самоделку. И, в принципе, очень даже и неплохо. Ну, я думаю, что здесь все просто. Здесь свободный ход. То, что нужно, она как раз мне делает. Как раз у меня получается так, что она захватывает вот, если на рисунке брать так губками сюда. То есть эти вот детальку она не в меня не вминает. Как раз четко она так вот все это дело обхватывает. Вот такая. Такая самоделка. Я думаю, что многим пригодится. Я не скажу, что это обязательный инструмент для мастерской. Такого я, конечно, не скажу. Но свои задачи она исполняет. И в нужный момент она очень даже пригодится. Так что
Кому нужно, возьмите, опять же таки, возьмите на заметку. Может, кому-то и пригодится и такая. Здесь дальше можно там еще, я покажу, как ее усовершенствовать можно, но это уже немножко потом. Но пока я думаю, что принцип понятный. Так, все. Всего доброго, спасибо за внимание, удачи в работе.